Ну, конечно, когда в 2014 году я приходил в команду, конечно, не мог подумать, то, что смогу сыграть 100 матчей там, и больше. Да? Вот, ну, я очень рад, то, что удалось сыграть 100 матчей за клуб. И Воронеж стал для меня уже практически родным городом. Вот, я думаю, как бы это нормально. Что любишь в этом клубе и в городе в целом? Ну, хороший город, миллионник. Много хороших мест, рестораны, кинотеатры, да, всякие парки, набережные, куда мы с ребенком, с женой любим прогуливаться, гулять. Вот. Очень хороший, уютный город, в том числе большой, да, вот, и как бы все есть. Хороший город. Можешь ли поделиться эмоциями от этой конкретной игры? И не давила ли мысль, что сотую игру надо обязательно на ноль провести? Да и причем здесь дело не в том, что на ноль. Могли и пропустить, да, но самое главное то, что команда выиграла. Набрали важные 3 очка для нас. Если честно, я даже особо и не задумывался, не знал об этом. Ну, спасибо, сделали подарок, мне очень приятно. И хотелось бы поблагодарить людей, которые причастны к этому. Вот, спасибо большое, мне приятно. Есть ли поступательное развитие у команды, прибавляет ли она, на твой взгляд, сейчас? Ну, у нас поступательное есть, конечно, развитие. Нам немножко, я считаю, в некоторых матчах мы не добрали много очков, потому что немножко хромала у нас реализация. Да, если мы потянем реализацию, я думаю, то место, которое мы занимаем на данный момент, скоро будем гораздо выше в турнирной таблице. Немножко нужно потянуть забитые мячи, и все будет хорошо.